Добрый день, дорогие зрители, это единственный и повторимый Феном, и сегодня я вам предлагаю вторую часть моего прохождения игры Метро 2033. Итак, в предыдущей части мы начали прохождение этой игры, и довольно интересно, начали с того, что мы шли с... Я даже, если честно, я не знаю, это считал... Наверное, того мужика звали Мельником, тот, с которым мы вместе шли, выходили на поверхность вместе. И там на нас напала целая свора мутантов. И черт знает, что там случилось. Там все кончилось с того, что нашего героя, Артема, опрокинули. И тогда там... Да. Потом то место, скажем так, та временная линия остановилась на момент. И мы перенеслись примерно на неделю назад, когда... Если мне кажется, это было примерно... Или 8 дней назад, наверное, там было написано. И мы начали просматривать эту историю сначала, то бишь, как Артём вообще добрался до той ситуации. И началось это с того, что нам рассказали вступление о этом мире, и я не хочу вдаваться в детали, особенно здесь, потому что это займет много времени, и вы можете просто посмотреть первое видео, чтобы это все понять. И в конце концов, все получилось так, что наш герой Артём, мы ушли с родной станции, по-моему, ВДНХ называлась, и мы пробрались в Рижскую станцию. Станция, которая, кстати, называется так, как тот город, в котором я живу. Интересно. И теперь мы продолжим наше приключение оттуда. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят... Водка делает храбрее, но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Вась, такая скука торчать на них, так. Еще можно риск. Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. И отрубились, понятно. Посмотрим, что здесь момент. Я могу. Как смеете вы препятствовать мне? Это Артём нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Здорово. Видно, этот тоннель на него не подействует. Новая заметка. Рижская. А, получается, я не нашел что-то в ВДНХ. Я не нашел что-то в башне. Кто знает, может быть, когда мы в реале будем еще раз, может, проходить то место. Не, вряд ли, я сомневаюсь. Значит, я не нашел еще одну заметку в ВДНХ. Я буду стараться просматривать, ну, находить больше этих журналов. Значит, заметка 1. Что это было? Какие-то странные тени, чьи-то голоса, шепот, плач. Неслышные, но до сих пор продолжающие звучать в моей голове. Есть в метро туннели, про которые ходят жуткие легенды, но я ничего подобного прежде не слышал. И надеюсь, больше не услышу никогда. Нам несказанно повезло, что мы выбрались оттуда живыми. Я сам сделал, так что этот он отстреливался. Раса, да. Как лев. Что ты сейчас сказал? Знаю даже, как мы добрались сюда. А я тоже выпью за такого. Хоть бы уже сняли свою блокаду с нашей станции. Ладно. Объяснить. Найти способ выбраться со станции и продолжить путь в полис. Надо вспомнить, как это все действует. Здорово. Посмотрим, что здесь внизу происходит. Тут у нас оружейное. Ага. Значит, у него мы можем тюнингом заниматься. Подумаешь. Я даже ничего тебе не сказал. Здорово. Привет. Нужны патроны? Тебе ко мне. Патроны. Посмотрим. У меня 4 патрона остались у дробовика. Затем пистолетные боеприпасы. 13 выстрелов у пистолета. Не. А, ну да, 13 выстрелов у пистолета. А, вот у дробовика 7 патронов и... Закуплю я еще патрон автомату и дробовику еще немного. Благодарим за покупку. Что у тебя есть?
дополнительная ручная граната и метательный нож. И до пяти досчитать не успеешь. Бабах! Нет человека и нет проблемы. А, ну возьмем пару. Разносит цель. А, нет, не только граната. Отличный у меня есть босс. Еще аптечки. А, аптечки у меня 4. Ладно, я считаю, что это достаточно. Так как я все-таки играю на нормальном уровне, это не так уж много. Так, что у меня тут есть? Посмотрим. Ствол. Увы, насел на расстоянии падает. Удлиненный ствол. А, стоп, это дробовик. Блин. Если честно, мне как-то этот големый автомат не хочется тоже улучшать. Я вот револьвер я себе оставлю, но вот этот... этот големый автомат не очень. Что у нас тут? Да, нет, тут ничего интересного. Там я тоже пройти не могу. Ладно. Продолжим осматриваться. Осматриваться, что здесь вообще и как. Нет, там не пройти. Там тоже пусто. Ладно. Крутяк! Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Ну да. Вау! Я бы тоже хотел на ней покататься. Ты Артём? Отдай тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Запахло поркой. Спасибо. Пошли со мной. Ну, давай, малыш, показывай. Главное сейчас не заблудиться здесь. Вон он сидит. Подойди. Ну ладно, мне пора. Ты Артём, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской. А эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочём. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Чёрт, я же согласился, а я опять заметок же не нашёл вообще в этой станции. Ладно. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. О, повезло. Нашлись патроны. Если они таким макаром заблокировали этот проклятый ход, ну тогда, если честно, не впечатляет. А черт. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип.
Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Ладно. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. А если будем друг друга прикрывать, то путем будет. Ага. Что за... А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Так, секунду. Мне нужно быстро посмотреть управление на клавиатуре. Я еще раз надо быстро... Еще раз посмотрю. Да. Все понял. Красавчик. Странный звук. От земли, что ли, идет? Или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Вот мне не нравится, что мне надо следовать вот за этим челом. Я не могу... Я не знаю, я могу вообще куда-то отойти, например, и посмотреть что-то другое. Из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь нас... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работа. Смотри, не задень банки. Ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Ладно. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашен. Знаешь, что это? Неправильную кнопку нажал, называется, когда не надо было. Это было совсем неожиданно, что у нас люди начали стрелять. Да, и моя точность желает ожидать лучшего. Прижал!
Что, думаешь, меня прижал? Ну, давай, вылезай. Здесь еще что-то было. А это неплохо. Неплохое количество боеприпасов. А кого ты ждешь, Бурбон? Чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тепла. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота. О, аптечка. Этот автомат, когда все-таки нужно. Так, время у меня идет. На противогазе. Да, несколько из них наверняка поблизости. Ну, а ты кого ждешь? Мне нравится, когда ни черта не видно, но пусть будет. Это боевая дрезина Ганзы. Ищу братву. Кому мы теперь ждем? Все, теперь все не ждят, можно идти. Ладно. Он ищет бандитов, это мне казалось, что к бандитам не причастно. Но это оружие только все время меньше и меньше становится.
Ну? Да уж, вот это было близко. Ну и качели, мать его, бога душу. Обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая рядом. Засада зубов. Ну и хрен бы с ним. За мной! Ничего нету. Ну, хотя бы мог останавливаться время от времени. А, отлично, еще противогазы. Будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может найдешь чего. И двинем. Ладно. Черт, я здесь пролезть не могу. Чего? Ладно. Покрашу тебя красочкой и смажу мою девочку.
Врата открываются. Великие темные врата. Я слышу зов. Боже, надо успеть. Что за хрень со мной была? Артём, ты слышал это? Фух. Ну и песни. Слаще Владимирского централа. Но страшно. Да уж, это было совсем что-то непонятное. Резина, которая только что проезжала. Ладно. Куда же мы теперь прошли? Проспект Мира. Ты главный рта не раскрывай, папочка все сделает. Ну-ну, давай. А тут, мне кажется, еще твари бегают. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Артём, держись! Нам сегодня карта прёт! Да что это за кривой дробовик, ё-моё! Ещё одну аптечку. Отлично. Эй, вы! Ну-ка покажитесь! Слушайте его, эти ребята вообще юмора не понимают. Пацанчик. Михалыч, какая встреча! А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню. Уверен? А то могу и напомнить.
помощь, если что. Уверен. Ну ладно. Да уж, должен признать, в одиночку я бы откинулся в этих тоннелях. Наверняка мне еще стрелять, учиться и учиться надо. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Хм. Убрать оружие! Кто такие? Выйди на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. О, заметка. Не двигайся. И в тоннелях тоже были заметки, блин. Надо было просто... надо было просто идти и искать. Бежать за Бурбоном. Ну ладно. Да, без Бурбона мне сюда бы ни за что не добраться. Он везде как дома, да, и с местным знаком. Правда, как я и подозревал, у них к Бурбону какие-то старые счеты, но он, похоже, сумел с ними договориться. Впрочем, неудивительно, ведь проспект Мира принадлежит Ганзе, торговому союзу станции кольцевой линии, самому богатому из государств метро. Ганзейцы, обеспечивающие свое богатство торговлей со всеми остальными государствами и вольными станциями, больше всего ценят прибыль. Бурбон, думаю, подводил их в прошлом, но теперь пообещал расплатиться с процентами. Только вот про них, как говорят, лучше быть в долгу у черта, чем у Ганзы. Не знаю, как Бурбон от них откупится. Стоять! Я с тобой разговариваю! Да я стою. Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Ладно. Черт. Ладно. Я думаю, остановимся тогда здесь. И в следующей части тогда посмотрим, что же, чем мы можем заниматься в проспекте Мира. Я только надеюсь, что последний чекпоинт у меня не остался где-то в каких-то ебенях еще в туннеле. Но, да. На сегодня тогда это будет все. Итак, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, тогда подпишитесь на мой канал. Если вы поставите лайк или напишите коммент, это будет очень-очень полезно. И не забудьте, что у меня теперь есть своя страница Патреона. Если вас интересует какая-то физическая поддержка канала. И также у меня есть свои странички в Фейсбуке, Твиттере и ВКонтакте. Ссылку на них можно найти в описании. Все эти ссылки можно найти в описании этого видео. Также какие ссылку на мой Twitch-канал, на котором я провожу стримы по рабочим дням. Если вас интересует больше информации о том, тогда у меня есть описание на самой Twitch-странице. Также и также я буду постить в Твиттере каждый раз, когда я буду начинать новый стрим. И да, на этом тогда будет все. Спасибо вам за то, что смотрели. И увидимся в следующий раз.